Алло, Петь. Да, прости, что не отвечала на твои звонки. У меня на работе завал. Да. Нет, в салоне была. А Вера не сказала? Я позже приехала. Я была в салоне. Петь, ну давай я приеду, все объясню. Да не надо ничего объяснять. Поели? Угу, да. Переодевайтесь, идите спать. Спать? А что мама сказала? Она пазлы не купила? Да я не знаю, купила мама пазлы или нет. Идите спать. Пап, ну еще же 9 нет. Я маму подожду. Я же сказал спать. Влад, пошли. Проследи, чтобы уснул. Хорошо, пап. Петь, что случилось? Петь. Черт, я... Понимаешь, Маша... Такого раньше никогда не было. Ну, не было. Какого не было? Она что, не задерживалась на работе? 100 раз такое было. Да я не об этом. О чем? Ну? Знаешь, она сказала, что была у тебя. У меня в салоне? Так. Получается, что я подругу подставила, так? Прям как в плохом голливудском фильме, да? Петь, ну чего ты расстраиваешься? Ну ничего же не случилось. Ну да, праздник не состоялся. Но придет. Поговорите, разберетесь и все. Какие проблемы? Все нормально. Петя, ну улыбнись, ну все нормально, ничего не случилось. Да? Вера. Все хорошо? Ну чего ты? Петька, Петька. Вера. Вера, извини. Петь, это вино. Ты меня прости, пожалуйста. Твои даги. Белое море, белое море. Влада, ну в чем море, дело? Белое море. Возьми тряпку и вытри. Слышишь меня? Влада. Я не могу. Ой. Ну не вози пальцами. Белое море, белое море. Да ты посмотри, это же... Белое море. Ландшафтный дизайн. Да? Да. Понимаешь? Здесь люди любят купаться. Конечно. Ну что, поела? Давай. Да. Беги, одевайся. Ты сегодня в школу пойдешь? Зачем? Тебя учительница вызывает. Я не могу. Извини, у меня куча дел. Инвесторы приезжают. Да и вообще. По какому вопросу? Да вот. С мальчиком подралась, представляешь? Да так сильно, что ее водили в медпункт. Угу. Как это, Катюш? Ты же сама сказала, бить первой. Я такого не говорил. Мама, ты такое говорила! Я сказала, что нужно уметь постоять за себя, вот и все.
Очень хорошо. Машенька, ну что с тобой, а? Ну что происходит? Да у меня на работе завал. Все время приходят какие-то люди, у них проблемы, претензии. Потом мы носимся по судам. Все это в разных районах. Я устала. Да-да, Верунча говорила. И о твоем давлении, и о том, что тебя не было в салоне. А что, у меня с давлением все в порядке? А в салон я приезжала просто позже. Я говорила об этом. Мы идем в школу? Да-да. Сейчас идем. Просто мы тебя очень ждали. Я знаю. Я правда очень переживаю, что не смогла приехать. Но так получилось, прости. Да ничего. Все хорошо. Ты бы это оставалась сегодня дома, правда? Нет, я не могу. У меня очень много работы, я ничего не успеваю. Может быть, ты сам девочек развезешь? Пожалуйста, пейте. Так. Все понятно. И в школу поеду тоже я, да? Да. Маш, правда, у меня куча работы сегодня. Вот именно сегодня, понимаешь? Банк, инвесторы, выбор места под застройку и еще миллион алых роз с колючками. Ты понимаешь? Все понимаю. Но ты же все сможешь. Смогу. Ну. Давай, бегите. Эх, девчонки, готовы? Я уже да. Побежали. Босс. Что, действительно доброе? Что-нибудь узнал? Ну, кое-что удалось накопать, правда. Не так много. Это ваша Настя носится по городу, как заяц. Ну, во-первых, она не моя, а наша. И прежде всего, угроза репутации нашей фирмы. Давай в машине поговорим. Садись. Ну? Ну что, зовут ее Анастасия Голубенко. Очень, кстати, милая девочка. Ну давай только без лирики. Ты прекрасно знаешь, как бывает в нашей практике. Человек готов нацепить 1000 масок, чтобы добиться своего. Мне нужны факты. Вот и давай мне факты. Хорошо, без лирики. Факты, так факты. В 10:00, после того, как была у нас в офисе, встретилась с неким очень странным типом. Что за тип? Лицо вроде бы смазливое, но... Какой-то он скользкий, что ли. Потом встретилась с еще более странным типом. Покупала что-то у него. Что именно? Не знаю. Вот какой-то сверток я не разглядел. Наркота? Ну, не знаю, может, лекарство. Наркота. А ты говоришь, милая девушка. Дальше? Потом направилась в медуниверситет. Угу. Зачем? Ну... Учится там? Или сбывает наркоту? Нет, она там подрабатывает лаборантом. Скелеты носит. Что за скелет? Ну, учебные пособия, скелеты там, колбочки разные, что у них там. Дальше. Вот, потом поехала вот по этому адресу, Королева 38, ненадолго, минут на 20. Не знаю, может, живет там. После этого отправилась в больницу. Я спросил в регистратуре. Она подрабатывает в отделении травматологии. Мечтает поступить в медицинский. Откуда ты знаешь? Ну, поговорил с ней. Как поговорил? Я же просила проследить. О чем вы говорили? Да ни о чем, Марья Сергеевна. Ну, случайно так получилось. Столкнулись просто. Поболтали немного. Она ничего не заподозрила и не видела, как я за ней следил. Точно. Слушайте, ну девочка, божий одуванчик. Что она такого натворила? Эта девочка, Саша, аферистка. И у нее есть сообщник, как мы только что выяснили. В общем, ищи мне компромат, я сама с ней разберусь. И иди домой отдыхай. У тебя уставший вид. Да. До утра под больницей дежурил. Так давай иди высыпайся. Хорошо. Информацию я вам пришлю. Да. Давай, иди. Угу. Иди.
Доброе утро. Здравствуйте, Мария Сергеевна. Доброе утро. Доброе. Доброе утро. Доброе. Максим, что с судом? В нашу пользу, конечно. Клиентка довольна, ну и я тоже. Так. Да, да. Кофе попили, пообщались неформально. У тебя 3 развода, тебя это не смущает? Это практика, Машенька. Вот у тебя все в теории, у меня опыт большой и жизненный. Угу. Что у нас, Ир? А, эти двое к Саше и Валентина Павловна к вам записана на 12. Значит, Максим, Сашных примешь сегодня ты, у него выходной. Ир, Валентина Павловна документы по недвижимости распечатаешь, принесешь, ладно? Угу. И все. И кофе, пожалуйста. Хорошо. Спасибо. Ваш кофе. Да? Я хочу сообщить вам, что условия изменились. Теперь у вас не 3 дня, а 1. И он уже прошел. Деньги нужны сегодня. Ждать я не намерена. Помните, это вопрос жизни. Вашей благополучной жизни. Доктор, пожалуйста, я вас умоляю, еще 1 день. Прошу вас, пожалуйста. Девушка, не до вас сейчас. Что-то случилось, Мария Сергеевна? А, иди, Ир. Голубенко Анастасия, 21 июня, 2000 год, Ольховск. 21 июня, Ольховск. Ой, Господи. Отлучиться? Макс, документы я подписала. Валентине Павловне, позвони, перенеси встречу на час, ладно? Хорошо, Мария Сергеевна. Ну, ты меня понял, Максим. А что за пожар-то? Работай. Сереженька, здравствуйте. Вы к Настеньке? А ее нет еще. Я звонила в дверь, хотела узнать, как дела у нее. Ну, хорошо. Верочка, давай перезвоню, не могу сейчас говорить. Спасибо, что вчера приехала. Я тебе перезвоню. Когда в офис вернусь, у меня встреча важная. Прости, что втянула тебя во все это. А, да, уж Петька так бесновался, ты бы его видела. Подруга, слышишь, умнее надо быть, но ты хотя бы меня предупредила. Я не знала, что сказать. Была ты со мной в салоне, не была. Нет, ты знаешь, я готова тебя поддержать во всем. И прости за прокол с салоном, но я же не могла знать, что у тебя такие секреты есть, Маш. Господи, да нет никаких секретов. Вер, давай перезвоню. Ты молодец, ты мать Тереза, ты спасла. Я тебе перезвоню, ладно? Все, 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 давай. Ага.
Ну здорово, ну здорово. Здоровее видали. А, можно вас? Сегодня угощаю я. Брускетта. Здравствуйте. Пиво, пожалуйста. Какое именно? Светлое, темное, какой марки? У нас их 20. Давайте кофе. Эспрессо, латте, американо, по-сицилийски, сливки, топпинг какой желаете. Есть корица, имбирь, шоколадная. Давайте двойной эспрессо. С сахаром, без заменителя. Без сахара, спасибо. Ты что, походу банк ограбил, что ли? Лучше бы долги отдал. Ну, конечно, отдам, не парься. Не парься. Часики-то тикают. Я все отдам, еще и в долю войду. Я ж надеюсь, вы меня возьмете? Ну, процентов 30 у тебя. Да вообще без проблем. Слышь, братан, колись, ты что, бабла поднял, что ли? Ну, еще не поднял. Дайте пару дней. Только давай без криминала. Нам сейчас проблемы эти. Да какой криминал? Женюсь я. А это здесь при чем? Или она у тебя это, Пэрис Хилтон? Кто, что, какой Хилтон? Да миллионерша американская, Пэрис Хилтон. А. А ты прикалываешься, да, Сереж? Ну, какой прикол? Девушка, что надо. Квартира, машина. И зелени. Много зелени. Слышь, я что-то не понял. Так ты с каких денег бизнес организовываешь? А серый альфонсом у нас заделался, да? Ладно, давай. Только побыстрее. Угу. Идем. Аривидерчи. А потом они жили долго и счастливо. И умерли в один день. Нет. Просто жили долго и счастливо. Мамочка. Мамочка. Я прошу тебя, пожалуйста, живи. Не умирай, пожалуйста. Ты ведь такая молодая. Такая веселая. Я помню, как мы с тобой пошли за грибами, потерялись. Я тогда рыдала. Ты мне тогда сказала, пока я с тобой, ты не должна бояться. Вот и я тебе сейчас говорю. Пока я с тобой, ничего не бойся. Просто дыши. Просто дыши. Пожалуйста, дыши. Я тебе обещаю, все будет хорошо. Я не буду плакать. Я достану тебе самое лучшее лекарство. Переведем тебя в самую лучшую клинику. Тебя там быстро приведут в себя. Только не умирай. Отключат они этот аппарат. Не отключат. Все будет. Все будет нормально, я тебе обещаю. А потом, когда ты придешь в себя, мы с тобой пойдем в церковь. Я попрошу прощения. За все попрошу прощения. За то, что я тебя не слушалась. За то, что, может быть, я сейчас не очень хорошо поступаю. Я уже знаю, что ты меня поймешь. Ты всегда меня понимаешь. Мам, пожалуйста, я прошу тебя. Я прошу тебя, живи. 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 Ну вот так это будет выглядеть, как вы уже видите. И вам сейчас раздадут проекты. И ради бога, извините, одну минуту. Да. Петь, я хотела спросить, можно я деньги с нашей карты сниму? В смысле? С нашей карты? Маша, наша карта – это наша карта. Зачем тебе? Сколько тебе нужно? Мне много нужно, пожалуйста. Мне нужно 50 тысяч на новый филиал. Сколько? Маш, ты шутишь? Какой филиал? Зачем он тебе нужен, Маша? А чего ты дома не посоветовалась со мной, Маша?
Ну, ты же знаешь, какое сейчас время. Но не открывать филиалы нужно, а закрывать, Маша, закрывать. Машунь, слушай, давай дома поговорим, правда? Это абсолютно провальная идея, Машенька. Машунь, извини. Я не могу говорить, у меня люди. Ну, если уж на то пошло, то я и так деньгами рискую, Машунька. Ты же знаешь, я никогда тебе не отказывал. Ну, давай, все, не могу, правда. Пока-пока. Целую, пока. Здравствуйте, это опять вы? А, здравствуйте. Может, вам какая-то помощь нужна? Знаете, Настя, я на самом деле вас жду. Понятно. У вас глаза какие-то грустные. У вас что-то случилось? Да, случилось. Беда случилась. Отец погиб. Мать сейчас в больнице. В критическом состоянии. Впрочем, зачем я вам об этом говорю? Извините меня. Я пойду. До свидания. Да нет, Настя, это... Это вы мне извините. Я не знал. Впрочем, вы говорили, что у вас ко мне какое-то дело? Да, даже не знаю, как сказать. Может быть, вам помощь какая-то нужна? Вы мне вчера уже помогли. Спасибо. Больше нет. То есть у меня нет никаких шансов? На что? А, да нет, в смысле, помочь вам как-то. Ну, может, после работы встретить. А, увы, шансов у вас нет. У меня уже есть кому встречать. Ну, спасибо огромное. До свидания. Удачи вам. До свидания. Я прошу прощения. Пробки дикие. Ничего, дорогая. Так. Я тут хоть дух перевела. У меня дома сейчас сплошная нервотрепка, а у вас тихо. Я отдохнула. Угу. Не волнуйтесь, все будет хорошо, я вас слушаю. Да уж, хорошо. Он хочет отсудить дом. Так. Хотя у нас и квартира есть, и все. Много всего. Мы же 20 лет вместе. Угу. А сейчас он молодую встретил. Хочет, видите ли, новую жизнь построить. С ней, на всем готовом. А меня? На мусорку? Машенька, представляете, он ей даже мои драгоценности дарит. Да, вчера прихожу к нему в офис, а она в моем браслете шастает. Совсем совесть потерял. Значит, во-первых, про мусорку мы забываем сразу. Я так понимаю, что дом вам достался по наследству от родителей, верно? Подождите, он же там все перестроил. И адвокат у него друг давнишний. Документы на дом изъял. Говорит, не светит мне. Ну, мало ли, что он говорит. Значит, документы будут изъяты принудительно. Ой, правда? Ну, конечно. Это элементарное знание прав и законов. И еще раз говорю, я берусь за это дело. Не переживайте, дом будет ваш. А остальное имущество пополам. Спасибо. Спасибо вам. Я вас отблагодарю. Это, пожалуйста, через кассу, остальное после суда. Это для вас. Возьмите. Это что? Поверьте, вам пригодится. Вы ведь женщина светская. Полезные связи вам просто необходимы. И что за связи? Это золотая карточка членства в элитном клубе. Ну, берите, берите. Клуб Элеоноры Тиманской. Слышали, может быть? Ну, как же. Элеонора моя подруга. А муж у нее дипломатом был. Правда, умер уже.
Элеонора этим клубом давно владеет. Там и жены дипломатов, и артисты, и, ну и прочие знаменитости. Ну вы только представьте, благотворительные аукционы, выставки, музыкальные вечера. Словом, салон для посвященных. Не каждый может туда попасть. Спасибо большое, но, честно говоря, у меня нет на это времени. У меня работы много, семья, дети. Но как же, вам такие знакомства просто необходимы. И для работы, и для отдыха. Там, знаете ли, люди интересные. И дела решают в непринужденной дружеской атмосфере. Машенька, какие на аукционах вещички продают! О, Элеонора знает в этом толк. Мне муж всегда эксклюзив покупал. А теперь эта стерва в моем браслете ходит. В общем, давайте так, Валентина Павловна. Вы сейчас идете к секретарю, пишете заявление, и мы начинаем работать. Договорились? Договорились. Спасибо. Спасибо вам. Я очень на вас надеюсь. До свидания. Всего доброго. Простите, я подойду к вам через время. Подготовьте документы, хорошо? Хорошо. Да, спасибо. До свидания. До свидания. Ты же понимаешь, что такую сумму мы просто так день в день снять не сможем. У нас сейчас проблемы с наличными. Все снимают, никто не вкладывает. Нет, спасибо. Я все понимаю, Юр. Поэтому к тебе и пришла. Ну, пожалуйста, помоги. Мне нужно срочно именно сегодня. Мы самые надежные вкладчики, ты же знаешь Петю. Мы же не паникеры, Юр. Ну, Юр. Юра. Виталик, зайди. Да, хорошо. Виталик, обслужи. Но, Юрий Яковлевич... Под мою ответственность. По сумме я позвоню сейчас. Угу. Хорошо. Я вас жду. Угу. Спасибо, Юр. Обращайся, обслужу без очереди. Нет уж, лучше вы к нам. Мы учли ваши пожелания и увеличили количество мест в подземном паркинге. Вот кофе. Отлично. И гамбургеры. Здорово. Спасибо, Викуля. Ужинаем в вечном ресторанчике. Сейчас, чтобы не отвлекаться. Одну секундочку. Хорошо. Сейчас мы продолжим. Пожалуйста. Вам? А вам как? Может, кофе тогда? Да, да. Спасибо. Да. Хорошо. Петр Владимирович, что-то случилось? Что? А, это ничего. СМС из банка. Странно. Идем. То есть как? Подождите, вы мне обещали. Послушайте, у меня в соседней палате пациент задыхается. Сейчас мы вашей маме сделаем укол, и возможно, что она... Возможно? Возможно, да, возможно, нет, так что ли?
Я ничего не понимаю. Вы обещали мне еще один день. Не делайте из нас убийц, пожалуйста. Вы обещали? Подождите, не надо к ней прикасаться, не трогайте ее. Девушка, ваша мама у нас уже месяц. Есть положительная динамика, хоть и очень медленная. Сейчас мы сделаем ей... Не трогайте ее, пожалуйста. Я прошу вас. Девушка, не устраивайтесь. Пожалуйста. Но у нас же ничего нет. Вы сами видите, у нас обычная больница. Вам ее нужно перевести в хорошую клинику. Я могу посоветовать, куда. Правда, боюсь, что у вас не хватит денег. Нет, деньги будут. Подождите всего один день. Вы же дали мне время. Пожалуйста, не надо. Девушка, пожалуйста. Я вас умоляю. Пожалуйста, девушка, не трогайте. Пожалуйста. Прошу вас, умоляю. Извините. Вот деньги. Извините. Я очень рад, что мы находим общий язык по текущим вопросам. Приятно. Нам всего доброго. Приятно. Спасибо. До встречи. Спасибо. Вас Вика проводит. Проводи, пожалуйста. Прошу, проходите. Спасибо. Пойдемте. Красные мамины. Привет. О, привет. Слушай, коллекция новых лаков. Глянь, красный. Обалдеть. Класс. Я буду сама себе красить. Посмотри. Угу. Спасибо. Дорого, солидно. Не без сахара. Привет, привет. Вер, ты не знаешь, где Маша? Ну, в офисе она была. Скажи, ты в этом точно уверена? Ну да, точно. Ну, мы недавно с ней вообще-то пиццу хотели заказать, а что? Вот здесь. Что, опять трубку не берет? Так ты бы съездил к ней в офис, проверил. Да может, занята со своими клиентами. Ребят, слушайте, вы вообще там что, в догонялки играете или как? Я не понимаю. Петя, я, честно говоря, хочу у тебя за вчерашнее попросить прощения. Я как-то не сдержалась. И перед Машкой стыдно, неловко. Что ты имеешь в виду? А, забыл? Ну, я забыла. Хорошо, спасибо. Помиритесь там с Машкой. Она в последнее время мне не нравится совсем. Ладно, я не буду лезть в чужие отношения. Все, все, заметано. Угу, пока. Целую. В щечку. Ну да, и я целую. В щечку. Здравствуйте, господа адвокаты. Здравствуйте. Ух ты, какие люди. Давненько не виделись. Кажется, с прошлого новогоднего корпоратива. Да, давненько. Маша говорила, новую жизнь начал. Соли развелся. Новую, старую. Да, старик, уже третий раз на свободе. А начальство где? А Мария Сергеевна... Занята, два дня в бегах. Угу. То есть как? Она с утра была, а потом уехала. Как уехала? Умчалась по велению долга. Со своим оруженосцем Александром уже два дня нянчится. Да. Странно. Я был уверен, что она на работе. Что с Александром? Ну, информация не точна. Мы толком два дня ее не видели. Вот отдуваюсь тут за всех поте лица. Здравствуйте, Владимир. Добрый день. Проходите, пожалуйста, в мой кабинет. Спасибо. Вот видишь, все на мне. Да, кстати, нервная она стала. У вас там все ок? Я ведь знаю, как это все начинается. Что это? Все это. А Мария Сергеевна скоро будет. Ей в последнее время просто не здоровится. И много дел накопилось. Хотите ее подождать? А я вам кофе сварю. Нет, спасибо, я спешу. Кстати, как насчет нового филиала? Дело продвигается? Какого филиала? Ну, вы же открываете новый филиал. Да вы что? Кто вам такое сказал? Мы с этим едва выходим на прибыль. Ну, тарифы пришлось снизить. Люди, знаете, сейчас не сильно-то и обращаются. А у нас в основном дела-то семейные, бытовые. Ну, еще, конечно, по недвижимости есть, но с такими проблемами клиенты, как правило, не очень-то и состоятельные. Вот спасибо, и приходится... Извините, мне пора. А что Марии Сергеевне передать? Ничего. Сегодня точно должна принести пазлы. Что? Ну, мама мне пообещала пазлы.
сегодня точно купит. Может быть, может быть. А ты что, приуныла? Помогай. Да я не приуныла. Просто думаю. Это о чем же? Да так. Этот дурак Максик сегодня сказал, что он меня зауважал. Пап, ну ты представляешь? Я его вчера здорово отметелила. Ну, да. Училка, то есть Наталья Николаевна, вас в школу вызывала, ругалась. А он мне сегодня: знаешь, я тебя зауважал. Да ты что? Слушай, может, он тебя это полюбил, а? Да ты что? Знаешь, какой у него бланш? Получается, люди уважают только тех, кто бьет первым, кто сильнее. Да не только. Еще к тех, кто умнее. Хотя в чем-то мама и права. Лучшая защита – это нападение. А как это? А вот так это нападение происходит. Сейчас тебя схвачу и съем тебя! Все, 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 победили, победили, победили. Сдаюсь, сдаюсь. I live in the big city with my parents. My mother's name is Vera. She works as a teacher. My father's name is... My father's name is... My mother! My father! Ты чё понтуешься, чучело? Сирота ты несчастная. Ты чё, перед училкой выпендриться хочешь? Ты что, забыла, что мы училке бойкот объявили? Мне начхать на ваш бойкот. Так ты, Зубрила, хочешь быть умнее всех? А может, она в Англию собралась? Сейчас мы ей придадим начальную скорость. Всем добрый вечер. Мама! Привет. Мама! Да. Привет. Пазлы! Ой, я забыла купить пазлы. Ну, прости, пожалуйста. Малыш, прости. В другой раз куплю, обещаю. Я обещаю, куплю. Ну, может, завтра. Да. Запиши себе. В школу я не приехала. Да. Ну, да. Извини меня. Простите меня, ладно? Почему ты все забыла? Бегите в комнату, я скоро приду. Привет. Привет. А у нас карточка пропала. Из банка пришла смс-ка, деньги сняли. Карточка у меня. И деньги тоже сняла я. Зачем тебе такие суммы? Мне нужно было заплатить часть суммы за аренду помещения, которое мы снимаем под филиал. Это в центре города, цены там сумасшедшие, я тебе говорила. Понимаю. Отлично, филиал. Да. Я же просил тебя посоветоваться со мной. Но это ведь совершенно провальная идея, Маш. Почему? У меня в компании все прекрасно, клиентов море, хорошая прибыль, я отдам все с процентами. Почему провально это? Был я сегодня в офисе твоем и видел море клиентов. Кстати, секретарша ни сном, ни духом о вашем филиале. Подожди, ты заезжал ко мне на работу и не позвонил мне? Мы бы с тобой пообедали вместе. Да я звонил, Маша. А я? Не ответила? Ну, так я как раз сидела, разговаривала с арендаторами.
Это во-первых. А во-вторых, секретарша не должна знать про мои дела. Ее это не касается совершенно, понятно? Ну да. Ну, тебе достаточно моих объяснений? Почти. Ну вот, любопытство удовлетворено, а почему-то кушать хочется всегда, Маш. Так ты голодный. Ну, конечно. Я сейчас приготовлю, не проблема. Да ты что? Будем ужинать вместе, конечно. Вот зря ты отказалась от пиццы, которую тебе Вера хотела на работу привезти. А, Вера? Да. А Веры не слишком много в нашей жизни теперь? Так... Вера. Серёж, ты, наверное, иди. Я очень устала. Мне еще завтра маму в клинику переводить. И рано вставать. Еще эта женщина. Что, она заплатила? Да, но... Ну, это было просто ужасно. Да все, все. Плюнь и забудь. Самое главное, что у нас теперь есть деньги. Да, ты прав. Мне нужно успеть заказать лекарства, и... Врач мне все написал, и... Подожди. Какие лекарства? Врач говорила, что шанс 1 из 100. Это в той клинике. У них там один аппарат на 10. А с такими деньгами я могу ее вылечить даже за границей. Да ты что? А как же наша с тобой свадьба? А как же наше с тобой путешествие? Ты что, хочешь все деньги всадить в лечение своей матери? Ты, подожди, Сереж, я что-то не понимаю. Свадьба – это одно, а мама – это совершенно другое. Ты разве этого не понимаешь? Я должна поставить ее на ноги. Я ничего не понимаю. Тебе деньги важнее? Да нет, конечно. Я пойду. При чем здесь одно и другое? Ты меня неправильно поняла. Ну чего ты? Эй! Слушай, что-то прохладно. Пойдем. Все-таки, Сереж, спасибо. Дальше я сама. Эй! Ну, что ты обижаешься сразу на меня? Зайка, ну хорошо, я сморозил глупость. Дурак. Я люблю тебя. Прости меня, пожалуйста. Ладно. Но я все-таки пошла. Хорошо. Спасибо тебе. Пока. Давай. Алло, привет, братан. Слушай, да, все как ты говорил. Да. Давай встретимся на нашем месте через 20 минут. Здорово. Здорово. В общем, смотри, такая тема. Алло, Настюш, привет, это я. Да, слушай, что-то мы с тобой так нехорошо расстались. Я просто чувствую себя каким-то кретином, идиотом. Да я ненавижу себя. Давай, я приеду к тебе, и мы с тобой все обсудим. Я люблю тебя. Я обожаю тебя, зайка. Ну, прости меня, пожалуйста, прости, я вообще не то имел в виду. Солнышко мое. Да? Ну, конечно, заеду. Ну, конечно, помню. Да, твои любимые. Ну все, я лечу, я лечу. Да.
Все, целую. Пока-пока. Пока-пока-пока. Девушка. Да. А можно еще пиво? Повторить. Да, конечно. Ничего. Ничего, и все верно. Ничего, все будет хорошо. Я приду, извинюсь. Все будет хорошо. Мне ничего чужого не надо. Чужого. Отработаю. Приду, извинюсь. Верну. Потом.